приходите в гости на печенюшки. Ой, какое блаженство. Едим и худеем. Смотрите, Алинки тут на все хватит. Угу. Забегаем, забегаем. Кушаем, кушаем. И никого не слушаем. Понимаете, да? Так что, девочки, очень вкусное печенье, низкокалорийное и полезное. Едим и худеем. Так что, едим и едим. Ну что, не поели? Давайте поедим. Возьмем такие две мандаринки. Две мандаринки, апельсинки. Кстати, мандаринки. Вот знаете, раньше же мандарины продавали только ближе к Новому году. Это сейчас их пруд-пруди мандарин, да? Вкусная мандаринка. Ну, раз на раз не приходится. Обалденно, девочки. Едим и худеем. Ну что, не поели, так поешьте. Смотрите, какое вкусное печенье. Минутка называется. Минутка, минутка, ты моя. Едим и худеем, девочки. Так что, приходите в гости на печенюшки. Ой, какое блаженство. Едим и худеем. Смотрите, Алинки тут на все хватит. Угу. Забегаем, забегаем. Кушаем, кушаем. И никого не слушаем. Понимаете, да? Так что, девочки, очень вкусное печенье. Низкокалорийное и полезное. Едим и худеем. Так что, едим и едим. Ну чё, девчонки, красотули, всем привет. Иринка сегодня купила, короче, корейскую морковку. Вот такой кулечек. Я думаю, Иринке хватит, да? Как говорится, жуем и худеем. Какая вкусная тень. Да, сейчас распробовал. Сладенькая, кисленькая и так далее. И перцы не пожалели. Как раз Иринка и любит. Такая вкуснятина. Так что, девочки, едим морковочку и худеем. Не забывайте. Все, короче,